Ну, как-то так. У меня тут рядом КамАЗ есть, технический. Надо заправиться. Только я поеду по дороге, потому что сложно уж тут больно.
Это ремонтник. А мне нужен заправщик. А заправщик на пилораме. Вот и у него есть еще 108 литров топлива. Попробуем составить маршрут от пилорамы. Вот тут я уже был, как бы, поэтому вот этот маршрут вполне можно считать реалистичным, доступным и пригодным. Ну, конечно, ехать через всю карту на север. На Зилке это как бы похоже на издевательство, но вот здесь я пер прямо. А ремонтник у меня вот тут вот остался. То есть он был вот тут стоял, по-моему, теперь вот тут. Ну, это далеко чесать, если что, перевернется опять. Топливо этой тачки, это похоже на один чих, потому что она там за секунду, по-моему, 32 литра на полном приводе расходует. Это лесовозка может дернуть на рядом. Прямо-таки. И чё я попёрся по этим валунам? Блин. Не за что.
Bir düdük kaldı. Лесовоз здесь шел хорошо. Что зелок здесь пройдет хорошо, я сомневаюсь. Следующие 250 метров. Не попробуешь, не узнаешь.
Super, ok. Там посмотреть, есть ли проезд, там или мост, или не мост вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
не из впечатления, мне скоро заправщик останется сам без топлива и не успеет доехать до заправки. Вот это, конечно, не круто. Ну ладно. Вот из этого сделаю заправщика из того заправщика, который в первом гараже, сделаю лесовоз. Все, вон вижу ту бандуру. Блин, не могу к ней подъехать. Бесполезно, мне кажется, вот это сейчас будет. Хотя вон там можно. Так, эти девочки уже сопротивляются. Надо цепляться. О, хоть какая-то польза от этой бандуры. Нет, от меня никакой пользы, она не тянется. Я сам вытяну, все себя хочу вытянуть, а не эту хрень. Впрочем... Полагаю, уже можно ремонтировать, заливать сюда 108 литров топлива и отходить назад. Все, у меня топлива больше нет. Ну, значит, можно ехать за новой порцией топлива. Вот по этой вот разведенной дорожке. Она относительно несложная, хотя лучше вот здесь прокатиться, но с другой стороны, у меня
У самого 61 литр. Тупо не доеду. Надо отъехать назад. Надо. Вообще-то надо загнать с гараж. А, точняк! Если я зайду в гараж, то будет топливо. Вот. Заеду в гараж вот на этом, оно отремонтируется. Зальется топляк. Да, топлива, конечно, не очень много. Сразу лебедку. А я что, за что зацепился? А, за камень? Ну да, это камень хороший.
больше шумные на самом деле, когда не стреляют. Ну вот, 200 литров есть. Стоп. Ага, это нам нужна лесовозка. Нет, я думаю, это будет все-таки лесовозная. Вот. Ну а вот этот надо в гараж и...